400 рублей билет стоит, короче, бывает. Так, мы зашли в океанариум, здесь вот акулка такая плавает. Ну-ка ее поближе. Маленькая акулочка. Такая плавает по кругу, такая дей-дей-дей-дей. А чё? Стоп, пойдем дальше посмотрим. Так, ой, какие рыбки. Это вот мы сюда зашли, потому что любитель рыбок — это у нас папа, он разводит. И вот смотри, пожалуйста, может, что-нибудь себе разведешь такое же. И вот здесь рыбочки. Это что вообще за рыбы-то? Вот здесь. Это терни. Смотри, здесь какие. Офигеть, это что такое за рыба, интересно, смотри. А это какое-то? Крылатка. А черные что? И вот эти что? Это носорог пятнистый. А, вот это пятнистый. Вот носорог мне нравится. А, нет. Тот, вот этот? Это крылатка. А, вот крылатка мне нравится, красиво. Давай крылатку заведем. Волосатый — это арбуз. Вот такую крылатку хочу. Да, да. Наш аквариум. Смотри, она их всех сожрет. Да, красавица. Так одну такую. Вместо твоих маленьких. Красава. Смотрим здесь, что у нас. Это у нас. Видишь, какой красивый. Не знаю. Ну вот еще какой-то интересный зубрик. Вот скат еще. Видела? Немо. А, вот они, Немо. Нет, вот. А, вот это. А, точно. И вот это классно. Смотри, как это красиво. Вот желтенькая, как красивая, смотри. Ой-ой-ой. Эти маленькие мне не интересны. Вот, так, смотри, смотри, какой. Впервые вижу такую. Смотри, какая красивая. О, а это светится, да, классно. Это что за лежебока? Полосатый, полосатый. Вот еще сидит. Такая рыбёха. Нет, тигров нет. А здесь что? Я даже не вижу, что рыбы. О, вот здесь поприкольнее будет. Это будет поинтереснее. Класс. Что, хорошо, да? Да. Мне хочу тут есть кондиционер. Мы наверху поплывали бы? Нет, нельзя. Смотри, какая голова. Припухшая. Так что это твоя тема рыбная. Здесь вот такой. И наверху тоже. Видал, какой аквариум? Надо делать дома. И наверху плавают. Заплывать им можно, короче. Так,
А тут зеркало. Всем привет. Опа, это акула. Хищная. Недовольная. Смотри, какая. А? О. О, у них тут раздолье. И наверх, и на низ. Так, пойдем еще на второй этаж. Там что-то тоже еще есть. Поднялись на второй этаж. Ой, а здесь... Смотри, какие черепашки классные. Ой, 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 спит она, смотрите, как она спит. Бедная бибизяночка. Ой, милая, милая. Все, она спит. Спит, Аня, спит. Морда, морда обезьяне. Ладно, пойдем дальше, пусть спит. Бибизянка. Здесь у нас что? Здесь еще спит. Все спят. А кто спит? Кто? Вот одна не спит. Красавец. Сиди. Да, я же в год обезьяны. Ты посмотри на ту прикольную обезьянку, которая дрыхнет. На эту посмотри. Жень. Дрыхнет, сидит. Не залипла, смотри, как она спит. Вообще ржачно. Присядь, посмотри. Да. Вон еще одна обезьяна. И две. Вот там. Здесь кто? Кто за суслик? Насухо, барон. Потому что носом своим ковыряет. Смотри, ой, что он опять делает. Кушайте. Понятно, живут все 8 лет, и его ребенок выглядит даже на 14 лет. Ну, хорошая. Приглянулась та обезьянка, которая спит. Я ее домой. Нет. Домой, вот это. Там мы все смотрели, мы все там смотрели. Вот это хочу. Я буду не болтать. Не хочу. Вот такой же в хлебе у нас может быть. Так это, наверное, не специально разводишь, чтобы кормить. Крокодил. Ты видел там? Вот там кто-то лещет. Я не хотел, чтобы мне съел вот такое. Ничего себе какой. На Галапагосских островах. Это морские леопарды, они живут. Птицы, на улице, очень круто. Так они видят на 360.
чувствуешь кукушку? От него не спрячешься. Это все хищники еще. Заходил? Это сколько они? Миллионов лет. Даже бабочки – удивительное зрелище. Но у головок детей нет времени для того, чтобы созерцать насекомых. Им надо идти вперед и... Жаль, руку не засунуть. Да? Вот моя любимая макака. Проснулась. А ее зовут Маруся. И она проснулась. Маруся? Маруся проснулась. Татьяна? Это Маруся, сразу видно по морде. Это Маруся. Маруся и все. Это Маруся. Маруся. Марусенька. Я прям без ума от нее. Привет. Маруся. Короче, Маруся тут не нравится. Маруся надо забирать. Ну вот и кролики. Крольчата. Ну и бабочки. Бабочки. О, вот это классная, красивая. Зеленая. Такая. И вот тут целая коллекция этих бабочек. Вот еще пока интересно. Это обычные и жуки. Всякие. Так, вот океанариум, куда мы ходили. Я забыла с ней. 400 рублей билет стоит, короче говоря. Тоже забыла об этом сказать. Сейчас пойдем купаться опять. Вот на этот пляж.